Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор. Ну и уже наступил 2016 год, и это видео уже в новом году. Ну и сегодня я хочу вам продемонстрировать еще один крутой механизм. Ну и данный механизм — это всеми привычная дверь 2х2, скрытая в стене. Только она немного отличается своим строением, так как поршни снизу и сверху, а вы, наверное, привыкли видеть вот такой вот дверь, там где поршни по бокам. И она строится очень просто. Так что я думаю, вы все ее строили. Ну и я задал себе цель построить точно такую же дверь, только чтобы поршни были сверху и снизу. И как я не пытался сделать ее компактной, я пришел к вот такой вот версии этого механизма. Я думаю, то, что это самая компактная версия на данный момент, так как уже компактнее некуда. Ну и она также прекрасно работает, как и вот эта вот версия, только она чуть-чуть побольше. Ну и давайте перейдем к постройке этого механизма. Ну и первым этапом постройки этого механизма будет расстановка поршней. Я уже заранее расставил, чтобы не тратить ваше время. И также хочу сказать, что эти все поршни липкие, чтобы не было лишних вопросов в комментарии. Ну я думаю, вы с этим справитесь. Ну и дальше нам понадобится вот здесь вот с каждой стороны поставить по 4 блока. Дальше добавляем вот здесь вот повторители и кусочек редстоуна. Ну и также ставим повторители в один клик задержки. Здесь делаем то же самое. Дальше мы должны добавить вот сюда вот по одному блоку. И на него ставим красные факела. Дальше добавляем здесь кусочки редстоуна. После этого мы на красные факела добавляем еще блоки. Еще красные факела. Дальше мы ставим вот сюда вот блок, вот сюда блок. И вот сюда кусочек редстоуна. Здесь мы делаем то же самое. Сюда блок, сюда. И здесь кусочек редстоуна. Дальше, отталкиваясь от этого кусочка редстоуна, мы должны поставить вот таким вот образом липкие поршни, смотрящие вниз. И далее вот сюда поставить красный блок редстоуна. Вот так вот. Дальше мы вот сюда добавляем еще 4 блока. И здесь проводим редстоун. Далее добавляем вот сюда вот наши повторители. И ставим их на задержку в 2 клика. Ну и здесь мы делаем то же самое. Дальше проводим здесь редстоун и повторители с задержкой в 2 клика. Ну и все, наша дверь готова. Далее нам остается вот это вот все закрыть, чтобы мы не видели лишнего редстоуна. И вот сюда, и вот сюда. Все, теперь можно смело сказать, что наша дверь готова. Далее мы ставим вот сюда вот рычаг и активируем. И как вы видите, наша дверь открылась. Только здесь нужно еще добавить стену. Ну, а я сейчас этим заниматься не буду. Ну, а вы это должны сделать, чтобы не видеть лишнего редстоуна, как я уже сказала ранее. Ну, и также эта дверь прекрасно открывается. Ну, и также, чтобы видеть работу этого механизма воочию, мы должны вот таким вот образом, либо любым другим, провести сюда редстоун. И все, и наша дверь вот так вот открывается. И вот таким вот образом закрывается. Точнее, наоборот, вот так вот открывается и так закрывается. Я думаю, тут понятно. Ну и на этом все. Я думаю, вам понравился этот механизм, и вы будете его использовать в своем механическом доме, либо где угодно. Ну и также вопрос для подписчиков. Этот вопрос для подписчиков будет больше на скорость, чем на знание редстоуна. Так как я приложу сейчас на экран картинку, которую вы должны прочитать с помощью телефона, ну, либо планшета. Также, чтобы вам было легче, эта картинка и этот штрих-код называется QR-код. Вы можете загуглить и скачать приложение. И кто первый его отсканирует и прочитает мое скрытое послание и напишет его в комментариях, тот и попадет в следующий выпуск. Ну и на этом все. Всем удачи и всем пока!